В Казахстанском аэрокосмическом агентстве не связывают падеж сайгаков с запуском ракеты и выбросом гептила. Сегодня об этом заявил представитель комитета Мейрбек Молдабеков. По его словам, животные гибнут в районах, которые не попадают под влияние космической гавани. Однако, чтобы сделать окончательные, однозначные выводы, нужны дополнительные исследования. Я склоняюсь к тому, что это не гептил, но надо это просто провести обследование и это подтвердить. Исключать это, как ученый человек, я бы исключать не стал. Я бы лучше проверил.